ты еще в полном шоке, определенно круто себя чувствую. Бесценное было твое выражение лица, когда назвали тебя. А Оскар достается Эмма Стоун. Не ожидала этого. Я не уверен, что помню, что делал или говорил. С днем рождения, твою дочь. Ей скоро 3, через пару дней. Ты так мило о ней говорила. Главное, моя дочь, которой вот-вот стукнет 3. Она добавила красок в нашу жизнь. Я люблю тебя больше неба, доченька. Она была очень-очень... Я обсуждал этот фильм с Йоргосом в 2017, а в 2021 появилась дочка, и мы собирались снимать. И это было сумасшедшее стечение обстоятельств. Но ей было всего 5 месяцев, когда мы начали съемки. И невероятно быть там с ней было. Будешь скучать по Белле, когда это путешествие. С того момента, как съемки закончились, скучаю. Играть ее было наивеличайшим актерским опытом. Уже давно скучаю по ней. Это поистине красивая награда. Белла, я очень благодарна за нее. Да, Киллиан Мерфи. Сегодняшний момент, когда звучало мое имя, был превосходен. Поднялась на сцену, остановилась, пожала руки 5-летним победителям. Это трогало за сердце. Да, они легенды. Мы сфотографировались со всеми ними. Если бы кто сказал мне в 15, что встречусь с ними, или даже буду оказываться рядом на одной фотографии, это поразительно. Они настоящие легенды, настоящие джентльмены. Кристофер Нолан Оппенгеймер, Дауни-младший. Этот момент не только для тебя, но и для признания Кристофера, признания Роберта Дауни-младшего, для их уважения. Как это важно для тебя? О, это на самом деле очень важно. Это коллективная форма искусства. Ведь один человек ведет, но искусство создают многие. Вот что такое красота кино. Мы все в этом вместе. И у нас невероятная команда, замечательные актеры, все под руководством Криса. Приятно, что это оценивают. Дэйв Вайн, твое выступление – дань тем, кто помогал исцелять, несмотря на собственную боль. Ты был взволнован, когда Лупита говорила от твоего имени. Мы вместе учились. Если кто и понял меня, так это она. Она знает мой путь. Понимает, что я пережил, становясь артистом. Благодарю всех, кто появился на моем пути, кто был со мной, кто вдохновлял и направлял меня. Это важный момент, когда я понял, что проложил свой путь и достиг желаемого. Хочу, чтобы люди знали, что они достаточны. Если у тебя есть страсть, трудолюбие и смирение, чтобы добиться этого, это твое. Это история об Оскаре. Большой труд. Да, в самом деле. Это тяжелая работа. Мне нужен отдых. Тебе тоже нужен отдых.